велосипедистам. С вами Илья Механик, и сегодня у нас, если память не изменяет, 14 января, старый Новый год 2016 года. И вот мне посчастливилось побывать на улице Рабочей, на третьей официальной велодорожке нашего Днепропетровска. Ну как сказать, может быть летом это велодорожка, но сейчас зимой вы можете сами прекрасно наблюдать, какое ее состояние. То есть, вон есть кусочек, вроде как почищенный, но у меня такое подозрение, из-за щели в домах оно просто растаяло и лед сошел. А дальше, вдоль всей Рабочей, вот, мы наблюдаем такую картиночку. Лед, сплошной срок. Вот тут песочком посыпали, скорее всего, да, есть кусочка даже хорошая. Ну, а дальше вот так вот вниз идет сплошниковый лед. Ну, кстати, интересный факт, велодорожка приходит напрямую через остановку и столб. А то говорили, что там не будет казусов на этой велодорожке, как на проспекте Мира. Да, я точно на велодорожке, об этом говорит знак. Так что, ребята, если вы задумаете поехать по чистому асфальту, по улице Рабочей, вас собьют, ну, вам лепят штраф минимум за то, что вы не ехали по велодорожке. Хотя, как тут можно ехать, это уже выбирать вам. Вот такой небольшой анализ инноваций от работников и велоактивистов нашего славного города Днепропетровска. Надеюсь, его еще не переименуют. А может и переименуют. Ну, потом по-другому назовем, перезапишем видео. Всем пока, до встречи, спасибо за внимание.